И всем привет, ребят, с мистером Вакис, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору устройств из танков Фандай. И уже сегодня выдали первое устройство на обзор. Сегодня вместе с вами мы протестируем Жигу с критической смесью. Посмотрим, что она из себя представляет, посмотрим, насколько это вообще сильное устройство, насколько оно жестко работает в рамках матчмейкинга и насколько большой критический урон вообще наносит это устройство. Напомню, что именно крит урон и шанс критического урона у этого устройства увеличен. Посмотрим, насколько жестко, ну и посмотрим, насколько хорошо работает это устройство. Если вы ждали обзор устройств и рады этому видеоролику, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте Q-Stoat, ему личный так ТМП. Дальше оформлять покупку в магазине, ну и заполнять форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей Жиги, то мы берем сегодня диктатора, чтобы как раз-таки увеличить вот эти вот замечательные криты и посмотреть намного лучше критические все попадания по оппоненту. Ну и при этом всем посмотрим, как вообще Жига сейчас смотрится в балансе, потому что на этой пушке я уже давным-давно не играл, и будет очень интересно посмотреть, насколько хорошо она себя сейчас покажет в рамках матчмейкинга, тем более с новым устройством из танка Фанда. Запикивает меня на будущее в режиме CTF. Ну и будем смотреть, что же здесь у нас интересного с этой Жигой получится. Будем стараться накидывать урончик, врывать в оппонента в упор. Ну и смотреть за всем этим делом. Вот против, например, фриза. Даже дико фриза есть возможность сразу проверить. Критов пока что, кстати, я не вижу. Критов пока что нету. Ну вот, пару критов вроде как залетело, но если честно, не сказать, что это какая-то пока что жесткая тема по критам, да, то есть пока что особо большого количества критических выстрелов я не заметил, да, пока что не видно. Баллон довольно-таки маленький, да, но он восполняется довольно быстро, поэтому, в принципе, наверное, неплохо. Против броников никакого дополнительного преимущества ты с этого устройства не получаешь. То есть, по сути, его возможность реализации работает лучше всего против танков, у которых броника нет, да? То есть, мы должны акцентировать внимание именно на это и стараться накидывать урона как можно больше по танкам, которые, ну, просто вот такие вот стоят. Либо по резистам, у которых нету броненосца, тоже можно накидывать урончичек. Так что пробуем. Убегать. Пробуем сыграть под доставочку. Надо еще, кстати, резист посмотреть, поменять по ходу дела. А то меня тут что-то страйкер... Костяныч меня нагибает. Костянычу привет, если смотрит видеоролик. Нагибает меня тут по-жесткому Костяныч. Так, ну, кстати, по урону вроде как выглядит неплохо. Вроде как выглядит довольно-таки неплохо. Урона удается накидывать хорошее количество. Ну и криты тоже залетают довольно-таки часто. Посмотрим сейчас, что будет под овердрайвом. Самое интересное, наверное, это как будет показывать это устройство себя под оверкой. Если под оверкой будет прям супер много урончика, то как будто бы это интерес. Да, но здесь меня, конечно, фриз без шансов переигрывает. Попробуем сейчас проехать по нижней зонке. Или можем даже через мост сыграть. Ну, можем через мост сыграть, давайте через мост сыграем. Проедемся вот сюда. И тут сразу заедем в спину оппоненту. У нас моки, громы. Не, вообще не знаю, что тут по резисту взять, если честно. Это очень интересные тут резисты. Так, ну и давайте прожмемся, посмотрим, что по урону будет. По броненосцу, по бронику. По бронику, по 193. Но по бронику ты не имеешь никакого абсолютно дополнительного преимущества, да, то есть, ну и в принципе броненосцев в матчмейкинге, если вот так вот взять, то есть смотрите, сколько у нас броников. Первый броник, второй броник, третий броник, четвертого нету, пятый броник, шесть броников из скольки танков? Из девяти. Да, если не ошибаюсь. Да, из 9 6 броненосцев в бою.
То есть, по сути, учитывая тот факт, то, что броненосцев в матчмейкинге довольно большое количество, то ты особо никакого преимущества прям, ну, жесткого с этого устройства не получишь. То есть это, по сути, параметры дефолтного устройства. Но, если, например, будут попадаться бойцы, у которых будет резист от Жиги, но не будет броненосца, то это устройство будет значительно лучше работать, чем другие устройства на Жигу. Ну, единственное, наверное, одно устройство, которое может еще как-то конкурировать в этом плане, это броненосец. Ой, броненосец, говорю, что я говорю? Это пульсар. На пульсаре тоже. Вот, например, вот этого игрока есть резист от Жиги, но нет резиста от крита. И в теории я должен его довольно жестко разбирать и переигрывать. Но по факту, ну, я бы не сказал, что прям супер много урона залетает, да? Я бы не сказал. То есть, ну, по сути, у него есть защитник и у него есть резист, но нет броника. Как бы урон посредственный. То есть, как бы он есть, но не сказать, что он супер жесткий. То есть, это не какая-то овер-имба, но на дистанции по безрезу и по игрокам, у которых нету броненосцев, я думаю, что это устройство можно неплохо реализовывать. Да? Можно неплохо реализовывать. Но другой вопрос. Количество броников. А количество броников у нас после танка фанда только и только будет возрастать. Правильно? Потому что мы получим с танка фанда этот броненосец, и броников станет еще больше. Соответственно, это устройство назвать лютой имбой мы уже изначально не можем. Оно вроде как выглядит неплохо по урону, но это как любое другое стандартное устройство на Жигу. В моем понимании, наверное, это так и есть. Да, то есть мы можем использовать тот же пульсар, мы можем использовать тот же адреналин, да, и в принципе по урону будем наносить то же самое, только у пульсара, например, еще и все статус-эффекты я смогу наносить. То есть здесь у тебя есть повышенный крит, у адреналина есть повышенный урон. У пульсара есть возможность наноса статус-эффектов. То есть, например, пульсар не контрится броненосцем. Адреналин как бы контрится в моменте броненосцем. Но это устройство контрится полностью броненосцем. Да? То есть весь его дополнительный параметр одним резистом броненосца можно пофиксить и законтрить. Ну, давайте попробуем прожать вторую оверку. Ну вот по резу, да, и по... Ну, по 1100, блин, неплохой урон. Хороший урон, по 500-очке. По 1100 можно наносить урона по оппоненту, который не имеет резиста от крита. Хороший ли это урон? Шикарный это урон. Шикарный урон. 100% шикарный урон. И если реализовывать под врыв, под такой контентик, то по ощущениям это работает, и работает очень круто. Флаг довожу до своей базы. Надеюсь, что мы оформим сейчас доставку. А, понял, отлично. Супер, круто. Привез флаг просто через все респы. Довез до своей базы. Но, к сожалению, команда подвела меня. Хотя, есть попыточка еще одного отвоза. Ну и теперь надо уже дать страховочку тиммейту до конца. На всякий случай. Чтобы мы 100% здесь доставляли. Да, отлично, доставка есть. Ну и плюс... Пытаемся почистить, но меня здесь убивают. 18 киллов за чуть больше половины боя. То есть это, ну, грубо говоря, иду на стандартную 30-ку. Точно могу сказать, что под критами диктатора это устройство смотрится значительно-значительно интереснее. Но единственная проблема только в том, что количество критов-то, ну, не будет у вас большого. То есть только под диком, под оверкой у вас будут криты, да, в хорошем количестве. Но этого мало, да, то есть у тебя оверка на диктаторе копится довольно долго. То есть вот я, например, сейчас за две трети практически боя у меня было две оверки. То есть у меня в сумме будет 3-4 овердрайва за полную катку. 3-4 оверки. Сказать, что это много? Ну нет, это мало. Это мало и...
играть на диктаторе, да, в моменте ты можешь лучше реализовать, но вы видите количество броненосцев. Вы видите количество броненосцев против, и когда такое большое количество броников, то единственное, против кого я могу наносить хороший урон, это по резу, у которого нет этого броника. Ну а таких игроков, соответственно, на дистанции все равно будет становиться все больше и больше. Поэтому максимально такое спорное устройство с точки зрения full имбы, да, с точки зрения полной реализации его везде. Но если ловить тайминги и бои, где у противника мало броненосцев, где есть резисты от джиги без броненосцев, то я думаю, что можно как раз таки и делать хорошее количество киллов и реализовывать подобного рода устройства. Ну и либо еще есть такой шанс, что вы, например, не имеете никаких других устройств крутых на жигу, да, и у вас появляется возможность забрать это устройство, вы забираете это устройство с танка фонда, тогда у вас появляется просто одно хорошее устройство на пушку. Да, то есть, если у вас там, например, нет пульсара, нету никаких других устройств, и вы там новый игрок, у вас новый аккаунт, либо у вас старый аккаунт, но вы давно не играли, и поэтому у вас нету устройств, то в целом, наверное, такое устройство будет иметь место быть, да, и будет возможность его тоже реализовать. Но ничего такого сверх жесткого и имбового я, честно говоря, в этом устройстве не вижу. Ну и с другой стороны, наверное, это нормально. Это нормально, что это не какая-то супер лютейшая имба. То есть это, по сути, сбалансированное, хорошее, среднее устройство. А то часто у нас бывают, появляются вот в таких ивентах супер дисбалансные устройства, которые прям, ну, лютейшие имбища. И как только они выходят, проходит там буквально неделя, и эти устройства нерфят, да, и многие ребята расстраиваются, мол, получили устройство, оно лютая имба, и его потом бам, и занерфили. Здесь устройство будет выходить сразу в, ну, таком довольно среднем, адекватном балансе. Нифига себе, я какой тиммейт жесткий. Вот это я сейчас, конечно, подсопортил бойцу, я думаю, что он много новых слов обо мне высказал после такой-то ситуации. Так, ну и у меня есть овердрайв. Надо по-хорошему бы вообще его жать здесь. ТП, конечно, ноль. И нет противников никаких. Ну ладно, давайте прожмем тогда аптечку. Реализуем аптеку, попробуем увести. Но увести я не могу, а вот противник... А вот противник имеет шанс на доставку. И доставляет второй флаг. Так, по сути, у меня еще один овердрайв остается на реализацию. Попробуем сейчас его где-то здесь прожать. Жига что-то здесь залагала, заболела. Большое количество мин здесь у противника. Пробуем сыграть через верх. Все противники куда-то убегают сразу. Сразу куда-то убегают. Пробуем сделать отвозинг, пока противники все убежали. Вжиматься, наверное, в этой ситуации можно было бы. Но я чуть-чуть подзатянул. А вот сейчас... Вот сейчас мне надо просто прожаться под ХП. Просто под ХП вжимаюсь. И под урончик, под броненосца, кстати. Но это был стандартный урон. То есть под критами я сейчас стандартный урон просто наносил по оппоненту. Вытянул еще один флаг. Страховочка будет ли? Ну, попытка подбора еще. Сыграть. Будет ли помощь от команды? Помощь от команды. Ну, максимум времени просто выиграл. Максимум времени выиграл, 20 секунд до конца. Флаг, противник, я так понимаю, что вернул, да? Да, флаг, противник вернул, ну и 15 секунд до конца. Катка, по сути, заканчивается. 28 киллов я делаю за этот бой. Играю в нулевочку по УП, по сути. Ну и набиваю столько же, сколько мои тиммейты. Вернее, один тиммейт, который набил 32 килла на... в вулкане со шредером. То есть, по сути, оно такое довольно сбалансированное среднее устройство. Будет больше подходить для тех игроков, у которых таких устройств не было. Ну, вообще, в принципе, на жигу никаких там ни пульсаров, ни адреналинов, ничего либо другого. Ну и уверен, что это устройство намного лучше может себя реализовать в катках, где нет большого количества броненосцев. Найдете ли вы такие бои?
Вопрос хороший. Пишите, что вы думаете по поводу этого нового устройства. Поддержите видеоролик лайком за скорость и оперативность. Также не забывайте подписываться на этот канал, участвовать в розыгрыше по тегу. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Буквально через 2 недели будут уже его итоги. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.